Гинга – одно из древнейших на Земле деревьев, пережившее даже ледниковый период. Впервые в Сочи его привезли в начале 20 века. Этим саженцам всего несколько месяцев. При посадке экологи учитывают особенности растения. Чтобы прижилось, важно правильно присыпать почву, не нарушить влажность и уровень кислотности земли. Вот влажность здесь повышенная сейчас. Он показывает и влажность, и кислотность. Она повышенная, влажность. Поэтому поливать пока и не надо. А кислотность здесь удовлетворяет. 7-0 – это как раз для гингу. Взрослые деревья в городе единичны, а вот инфекционная больница может похвастаться целой аллеей гинга. 35 саженцев – это настоящая коллекция эксклюзивных растений. Плоды приживутся, в принципе, будут через, может, лет 5-7 уже оно начнет цвести. Деревья крупномерные. Все должно быть посажено правильно. Вообще, конечно, с любовью. Все надо делать с любовью, тогда хорошая энергетика и, в общем-то, больше шансов, что растения хорошо приживутся. Главный врач инфекционной больницы подчеркнул, что польза от наличия зеленой зоны рядом с медицинским учреждением налицо. Территория большая, зеленять есть что. Поэтому мы этим вопросом сейчас занимаемся очень системно. Не так давно прошел третий всероссийский съезд по социально значимым инфекциям. Участники съезда приезжали, тоже сажали деревья. Вообще очень хорошая инициатива, правильная, хорошая, замечательная. Пусть город будет зеленым. Саженцы гинга передал армавирский совхоз декоративных культур. Они выращены практически в экспериментальных условиях. В Сочи их привезли не случайно. Замечательно то, что эти саженцы выращены из семян сочинских деревьев и вернулись назад в дар городу от совхоза. Еще раз большое спасибо ему и, безусловно, руководителю управления лесопаркового хозяйства Терехову Андрею Николаевичу, который тоже активное участие принял в организации этой работы. Посадка деревьев на территории инфекционной больницы – это еще один шаг к масштабному озеленению Сочи. В канун Дня города решено посадить максимальное число молодых деревьев. В Лазаревском районе с задачей справляются на отлично. Мы сейчас проводим по всему городу акцию под руководством мэра нашего города Анатолия Николаевича Пахомова по озеленению города. Каждый сочинец должен высадить одно дерево, а может быть и больше. То же самое это проходит акция и по школам, у нас детским садам, по частному сектору. Работа идет. На территории инфекционной больницы подобные акции проходят не впервые. Здесь уже есть аллеи кипарисов и эвкалиптов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.